нож. Сквозь сливочное масло проходят белую бугристую трассу участники джип-спринта. Соревнования прошли в минувшие выходные в пригороде Хабаровска на Заимке. 40 участников из разных регионов Дальнего Востока показывали чудеса проходимости своих внедорожников. Желающих полюбоваться зрелищем множество. Кстати, среди любителей мужских забав оказалось немало девушек. Замечательная обстановка. Ну это здорово. Это адреналин. Нам это нравится. Ну вообще гонки интересны девушкам? Да. Интересно, интересно. Мужчины на серьезных машинах, на красивых. А серьезные мужчины, серьезные машины. Это нужно. Это хорошее соревнование, чтобы они не гонки на трассах устраивали, а гонки вот здесь. И выпускали свой адреналин здесь. Наблюдать мы можем всю трассу. С бугров, там, со старта, там, с финиша. То есть, ну, как бы их видно. В ралли-машины улетают в лес, носятся там непонятно где. А здесь все это, пожалуйста, на виду. И плюс машины идут в паре. То есть в ралли машины, ну, не гоняют парами. А здесь, пожалуйста, то есть, как бы... Очень зрелищно, очень азартно. Зрелище действительно захватывающее. Организаторы постарались сделать 3-километровую трассу как можно интереснее. Алексей Евсеев подготовил свой джип к неожиданным поворотам судьбы и неожиданным виражам трассы, перебрав машину буквально по винтикам, чтобы свести к минимуму риск покалечить любимое авто. Убить машину можно даже во дворе, да, дома. Это самое главное, это надо понимать и донести до людей. То, что в принципе... Эта машина готовилась не под джип-спринт, но для того, чтобы получить свою порцию удовольствия, во-первых, да, решили заявиться и сюда. Само мероприятие создано специально для того, чтобы джиперы, которые зимой строят автомобили к будущему летнему сезону, могли проверить свою ходовку, двигатели, в целом, как подготовлен автомобиль. Соревновались в основном на иномарках, однако в двух номинациях среди машин с объемом двигателя от 2 до 3 литров и выше 3 литров триумфаторами стали приверженцы отечественного автопрома «Отец и сын Тимофеевы». Они показали, как могут ездить УАЗы, если ими правильно управлять. Стараемся все равно друг другу помогать, потому что в какой-то момент надо сказать, ты лучше здесь оттормозись, а вот здесь вот давай добавим, здесь наверстаем. Потому что ну, на трамплине слишком прыгнуть, если чревато будет, потому что... На прошлогодних соревнованиях было очень много развалили автомобилей. Состязались в джип-спринте все желающие владельцы внедорожников. Среди них немало участников международных и всероссийских соревнований. Победителям турнира достались призы, слава и уважение коллег. Павел Игошин и Дмитрий Комков. Программа «Настоящее время».